Ежегодно в Ярославской области рождается более 3000 детей с задержкой развития. Чтобы уменьшить эту статистику, в перинатальном центре запустили новую программу реабилитации. Она называется «Шагаем вместе» и предназначена для малышей, рожденных с патологиями. Основной принцип проекта – выявление нарушений развития в первые дни жизни. Для этого будет создана единая команда специалистов. В ее состав войдут медики и педагоги. С детьми будут проводиться развивающие занятия, а для родителей подготовлен курс лекций. Проект «Шагаем вместе» стал победителем конкурса фонда президентских грантов и получил на реализацию 1,5 миллиона рублей. Мы хотим, чтобы педагоги и медики работали в единой команде, и чтобы медики, смотря ребенка, оценивали состояние ребенка, оценивали не только его физическое развитие, состояние легких, сердечно-сосудистой системы, но и оценивали правильно его нервно-психическое развитие. Сейчас идет очень большое количество президентских программ, в том числе программы десятилетия детства. По всей стране вводятся различные перинатальные центры с современным оснащением. И мы очень рады, что врачи сегодня понимают значимость ранней психолого-педагогической помощи в развитии, восстановлении здоровья ребенка, родившегося с проблемами.